Синяк будет. Живешь далеко? А? Рядом. Чё-то я вроде здесь всех знаю. Тебя первый раз вижу. В гости приехал к тетке. В гости. Вот ведь не успел приехать, уже подрался. Выгонит тебе тетка. А? Еще родителям расскажет. Не боишься? Она у меня... Михалыч, слушай, так ты постороже с Катей. Ну, мать уже вся извелась. С Катей мы разберемся. Ты лучше скажи, что у тебя. А что у меня? Куда ты вчера после работы свинтил? По делу по одному. Понятно, что по одному делу. Всю сирень по дороге оборвал. Вообще нас как? Собираешься знакомить? С кем знакомить? С кем? Хитрит твою налево. Ты дурака из меня не делай. С Танечкой, диспетчершей нашей. Или у тебя есть еще кто-нибудь? Ладно, кури. Ну чё, кто из вас курил? А сам-то курил? Я пару раз курил. Пацаны! Принесла? Привет, ага, Кать. Пойдемте. Куда? Ну так не здесь же. Кто увидит, сразу родителям настучат. А табак хороший. Отец говорит, что надо. Хорошо, пошли, пацаны. Положила чеснок в суп. Ну сколько раз? Ты же знаешь, что Владимир Степанович от него изжога. У него это работает жога, а нет чеснока. Сева, пойдем обедать. Да, мам, я иду. Держи, держи. Хорош табак. Тетка из деревни привезла. Ты куда это? Пойду это, искупаюсь, жарко. Тебе плохо? Пойдем, пацаны. На эти выходные можете уже переезжать на дачу. Через пару недель я к вам присоединюсь. Прекрасно. Я больше не могу находиться в этой духоте. Папа, можно мне тоже остаться в городе? Ну, хотя бы на эту пару недель. Ни в коем случае. Мы с Севой поедем вместе на свежий воздух. Ну, почему я не могу приехать попозже с папой? Потому что тебе надо писать пейзажи, натюрморты. Не портреты всякой уличной шпаны. Абсолютно согласен. Сядь на место. Сядь на место, я сказал! Вернись! Перестань на него кричать. За столом. Мне кажется, Маша звенит, ты его очень балуешь. Конечно, я его балую. Он мой единственный сын, и мне не безразлична его судьба. Мне тоже не безразлично. Он тоже мой единственный сын. Я думаю, что ты был бы счастлив, если бы его не было. Единственный он. По твоей милости. Маша, успокойся, я прошу. Успокойся. Успокойся, правда. Прости, я погорячился. Я не хотел обидеть тебя.
Севка, хорошо, что я тебя встретила. Ты на речку отсюда, да? Угу. А я думала, одной придется идти. А как Катя? А она занята. Ну, понимаешь, я не могу в такую жару дома сидеть. Ну, пойдем, ага. Пойдем. Может, она уже освободилась? Ну, понимаешь, не может она выйти. Ее, понимаешь, ее наказали. Так вот же она. А, Кать, ну что, сильно тебе попал, да? Ну ладно, ты не отвечай, я сама знаю. Ну ничего, посидишь пару дней дома, а речка, она ведь никуда не убежит. Нинка, ты чего, перегрелась? А если хочешь, мы с Севой к тебе зайдем после речки. Так вы на речку. Катя, ты пойдешь с нами? Не, я не могу, у меня дела. Ну мы зайдем. Идем. Ты чё? Да ничего. Спину ловит. Сто раз тебе говорил, переезжай в город. Ой, я чё там на своих грядках гордишься? Ой, понимаете? Давайте все в город. И что тогда начнется? Голод и мор. Вам все смеяться, да? Тут корячишься, а не смеется. Дровяник чинить надо. Починим. Когда ждать-то? В августе. Ненадолго расстаемся. Ну, давай. Дай-то Бог. Давай. Ты чё, Клав? Дай-то Бог. Домашних заданий. Это же здорово. Представляешь, начнется настоящая жизнь, а не вот это вот с утра до вечера. Севка, а давай я тебе помогу? Да нет, спасибо. А ты что с книжками таскаешься? А я их в библиотеку хотел отдать. Чего стоишь? Иди! Мы тебя в парке подождем. Догоняй! Тили-тили, тесто, жених и невеста. Катя! Ну ты прям совсем. Ну я же рассказывала. Ну, извини. Извини. Я сбилась. Продолжай, пожалуйста. Ну, Сева, он очень рассеянный. И, ну, с другой стороны, он очень умный. Кать, ты даже не представляешь, какой он умный. Очень даже представляю, если бы он не давал мне списывать. Ну, при чем здесь этот? Ты хоть знаешь, как он интересно рассказывает? Про художников, про картины разные. Кать, ты меня слушаешь? О чем ты все время думаешь? Я вот думаю, что мне дома от матери попадет. У тебя вон по всем предметам хорошо и отлично. Ну, до Севки мне еще далеко. Нет. Очень даже близко. Вы с ним два сапога пара. Катька, смотри. Нина. Ой. Что, штанга? Да, не везет тебе в последнее время. Зато, я смотрю, тебе повезло. Ты про фингал? Спички есть? Эй, слышь, ты что делаешь? Ты с ума, что ли, сошла? Прекрати, отойди, слышишь? Отойди, не мешай. Сама отойди, дай сюда. Ой. Ч
Черт, этого еще не хватало. Что? Испугался? Да ну иди ты, больная. Ну что же это такое? Ну что за безобразие? Вот как это теперь называется, а? Хулиганье.